Я в первую очередь хотел бы сказать самые добрые слова Игоря Юрьевича за его многолетнюю работу, в том числе больше 16 лет на посту руководителя Федеральной антимонопольной службы, а также предложить вам пост помощника председателя правительства. Огромное спасибо, Михаил Владимирович, за доверие и прежнее, и настоящее. Максим Васильевич, вы тоже много лет недалеко от этой сферы работаете, в общем-то, хорошо знаете о тех вопросах, которые сегодня стоят перед людьми, перед бизнесом. Но если говорить о людях, то в первую очередь, что их интересует, это справедливость, в том числе справедливость в ценах, которые они видят на электроэнергию, на газ, на воду, на соответствующие тарифы. Я хочу также пожелать вам удачи на работе руководителя Федеральной антимонопольной службы и надеюсь, что все соответствующие задачи, которые перед ведомством стоят, будут эффективно выполнены.